Я тут вдруг осознала, что всего одно слово так резко может изменить нашу жизнь. Это шокирует. Казалось бы, слово — это всего лишь единица речи. Но за этой единицей скрывается способность разворачивать людские жизни на 180 градусов. Одно «привет» — и у тебя новый друг. Одно «ненавижу» — и ты разбит. Одно «люблю» — и на душе тепло. Одно «улыбнись» — и ты улыбаешься. Одно «прости» — и снова мир. Ведь действительно, одно слово способно на многое. Вчера был родной человек, а сегодня его уже нет. Он исчез. Навсегда. Тот, кто был злейшим врагом, внезапно становится твоим другом. Слово может изменить твои мысли, планы, чувства, взгляды. И, если честно, это слегка пугает. Задумайтесь, прежде чем сказать что-либо. Потому что, возможно, от сказанного зависит ваша жизнь.